Многие люди все чаще задумываются о здоровом питании. Речь идет о свежих и экологичных фермерских продуктах. Однако купить их бывает непросто. На прилавках магазинов такие встречаются нечасто. Бренд вкусных и натуральных фермерских продуктов «Макларен» объединил фермеров и организовал для них круглый стол, чтобы обсудить перспективы сотрудничества. Подробности далее. Уже не первый год бренд «Макларен» сотрудничает с тверскими фермерами. Продает в своих эко-бутиках «Макларен» и интернет-магазине не только свою продукцию, но и товары партнеров. Какое бы качественное у вас ни было, молоко, клубника, виноград, что там еще, рыба, вы должны привлечь покупателя. Как это сделать маленькому человеку? Ну, вот как раз вот такими мероприятиями, такими идеями, как собрать всех в одном месте, и там уже будет решать рынок, там уже будет решать клиент, кто лучший. Участниками встречи стало несколько десятков фермеров и предпринимателей Тверской области. Кто-то из них давно занимается сельскохозяйственным бизнесом, а кто-то только начинает свой путь. Модератором стал руководитель холдинга «Афанасий» и создатель бренда «Макларен» Максим Ларин. По его словам, главная цель мероприятия – создание консорциума фермеров, чтобы их продукция появилась в эко-бутиках и интернет-магазине «Макларен», благодаря которому населению будет предоставлен доступ ко вкусной уникальной и здоровой продукции. Есть потребитель, с одной стороны, который хочет здорового, вкусного питания, и фермер. И вот их надо между собой соединить. Но мало соединить, надо предоставить ресурсы. Мы можем это сделать, потому что мы строим комбикормовый завод, где ингредиентами будут являться продукты пивоварения. Это зерно, из которого пиво делается, и оно остается. Это дрожжи. То есть, по сути, это натуральные продукты. Холдинг «Афанасий» и бренд «Макларен» предлагает помощь всем своим партнерам в развитии фермерских хозяйств, приобретать товары у них, чтобы обеспечивать свои магазины «Макларен» натуральной продукцией или предоставляет корма для фермерских хозяйств. Давно интересуемся пивной дробиной. Очень ценная как корм, в ней много белка, мало крахмала, много микроэлементов, витаминов. Поэтому для жвачных животных это очень полезный корм. Тема продвижения товаров для фермеров сегодня как никогда актуальна. Поэтому подобные встречи помогают укреплять и развивать сотрудничество.